Hey, йоу, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Sword and Souls Never Sin. Может, даже мы заканчиваем. Как я говорил, я немножечко нафармил. Мы можем купить... Так, микрофончик сюда. Мы теперь можем с вами купить колечко, да, которое мне предлагали. 20% к урону ближнего боя. Уникальная броня, созданная из редчайшего металла. Вау. Вау. Нет, это реально неплохо. Подождите, подождите. Это оно, да? Так, шанс свободно воспользоваться особой атакой. Блок, уклонение. Блин, не знаю. Шанс... Свободно воспользоваться свободной атакой. Ну, пускай будет. Свободно, свободно, свободно. Вот так вот. Да? А, характеристики, стоп. Все в урон. Все. Окейшки, что мы теперь делаем, ребят? Мы отправляемся с вами на карту. Мы идем рыбачить. Я хочу хотя бы посмотреть, как это будет с нашей новой удочкой. У нас удочка прочная. О, это самая редкая пламенная рыба. А давайте вот сюда куда-то пойдем. Вот сюда, допустим. Почему мне вот стрелочка туда показывает? Я думаю, может, я могу сам управлять, типа. Но я вижу, стрелочка есть. А, пузырь. Ну ладно, в принципе, рыбалка это такое дело. Погнали. Посмотрим, что да как. У нас теперь будет Снуфи. 5 лямов. Хотя мне будет Мауру. Набил. Но у него урон, конечно, не так уж много. Удар. В принципе, может быть, я здесь могу нафармить где-то. Ладно, еще увидимся. Шимики. Давайте его сразу найму тогда. Посмотрим, что у меня тогда еще в городе. Ничего у меня в городе. Жень, ну погнали, ты со мной. Нанять меня? Вы серьезно? Ох, ладно. Посмотрим, как он будет работать.
Оскорбленное трио. А вот и вор. А, все боссы. Мы тебя ждали. А давай мой королевский рубин. Обычно я не объединяюсь с зеленокожими, но... А давай подвеску бабушки. Разгнув сокровище не нужно. Разну только нужно спать. Без сверкающего дерева. Ясно. Ну, в принципе... Я думаю, лучше пока что атаковать сразу всех. Бэм. Мне все равно, у меня блок восстанавливается довольно быстро. Что так хило? Или у меня не использовалась еще способность? Странно. Пять лямов, 555 тысяч. Бац, бац, бац. Блин, мне бы колечко на самом деле это. Горный союз. Так, три таких боя. Ну, его тоже, слушайте, 6 лямов хп. У него уровень 311. Тут как бы не под уровни какие-то. Сделаем это все. Дерево добьешь? Хорош. Мега удар. Готово. Так, 34 у нас уже. Фух, напряженный был момент. Хорошо, что в этот раз я вас не ранил. Ну, не думаю, что вам еще понадобится моя помощь. Так что, прощайте. Так, кто там хочет еще со мной сходить? Похоже, теперь официальная наемница. А вы теперь, надо понимать, герой, специализирующий в... реабилитация. Как щедро с вашей стороны. Скоро я вообще буду без помощников. Пещера для уединения. Призраков я так и не нашел. Всех. Мне еще троих не хватает призраков, по идее. Вы Шимики, да? А Бибу? Я вас слышал. Знаете, я побывал на вашем месте. Тоже был ее игрушкой. Я хотел прекратить ее игры. Так, прекратить ее игры. Но боюсь, мне эта задача не по плечу. Как думаете, у вас есть шансы с ней справиться? Что ж, посмотрим, чему эта старая марионетка вас научила. Но у тебя хп, начнем с того, не так уж много. Я сразу понапулю мне в тебя. И
подожди. Ох, это сет героя, да? Герой. Уникальная броня создана из редчайшего металла. А я себе оружие, да, из этого металла же сделал? Не, на самом деле как-то изи. Изи, просто изичная. Верный питомец. Заметьте, что здесь обычная типа драка, здесь... Но эти битвы и сам мог справиться, типа... Опа, мне на книгу хватает. Опа. Очередной договор выполнен. Я-то думаю... Я по-прежнему зарабатываю тем, что убью людей, но... Делаю все по правилам, да? Мне всегда была недоступна роскошь. Размышление о философии. Так, теперь мы можем книгу купить. Так, давай я с тобой попозже поговорю, подожди. Вся правда о пальцах том 3. Ячейка для кольца 1. После долгих исследований, которые заняли не один год, не удалось прийти к невероятному выводу. Он наверняка навсегда изменит мир, но... Вот так обстоят дела. У нас есть еще одна рука. Как мне удалось прожить все эти годы без пятого кольца? Чрезвычайно внимательная личность. Ух ты! Видели тот гигантский метеорит? Обалдеть просто! Невиданно может пройти Кнефт! Какая эпическая история! Натуре. О, мне чисто теперь с него одни эти падают. Рубинчики. Рубинчики, рубинчики. Так, что здесь могу использовать? Давайте... Там во что-нибудь закину. Ладно. Шанс восстановить активное умение колдуха при критическом ударе посохом. А, посохом. Да. Да, нахер оно мне надо, да? Ну чё, в принципе, у нас магазин. Я покупаю колечко последнее. Камень стойкости. Увеличит шанс супер-мега. Ну все. Я могу просто редисок накупить. Так, еще где-то одно кольцо все-таки. Увеличит шанс супер-мега. Верная марионетка. Прикиду, если дальше все обновится, будет еще сложнее. Хотя, навряд ли. Сэр Марионет, вы дальше не пройдете. Я не дам вам навредить ей. Я все еще принадлежу ей. Ну. Вы мне научили многому, сэр Марионет. Поэтому извиняйте. А где урон? Обман.
Я обучил вас лучше, чем ожидал. Видимо, ученик произошел учителя. Превзошел учитель. Или что-то вроде того. Хм, вот от этого лучше. Да, мне от этого не лучше. Я так устал от наших тренировок, что уже не могу устоять на своих двоих. Все эти годы я искал достойного ученика, но мне достался неблагодарный хам. Я пока прилягу на минутку. Жалко. Главное кольцо. Минус 5 ходов на восстановление все души. Ух ты ж, ё-моё. Это все души, это имеется в виду моя суперспособность. Первородное дитя. Мне кажется, сейчас будет 10 волн. А нет. Сов. А, это вы? Смыгает носом. Я не плачу, ясно? Глупый, глупый герой Шимики. Задача была проста. Герой убивает ведьму. Венди возвращается ко мне. Все счастливы. А вы? Вы все испортили. Вместо того, чтобы надавать ей по башке, вы с ней беседуете. Не так ли должно было закончиться? Ненавижу ее. Ненавижу вас. Стой, может она не так уж много дамажит? Давайте проверим. Ну слушайте, если так подумать... Сов это всего лишь призрак. Мы с вами довольно сильно прокачались. Даже как-то жалко ее, слушайте, убивать. А, я понял. И это было типа бан? Соф, я не хотел, соф. Давайте попробуем зелье. Хорошо, здесь она стала врагом посильнее. Шмыгать носом. Почему? Почему меня все ненавидят? Я всегда играю одна. Шмыгать носом. Я думала, мы с... Эллой, подруги, но она все время мной командовала. Как будто она мне мама или вроде того. Только и слышно. Огромная сила, ответственность, обучение. Ничтожество! Неумеха, фу! Я просто играть хочу. В наказание она забрала мою куклу Венди и ушла в свою дурацкую башню. Прячется, как ребенок, со своими дурацкими друзьями. А потом пришли вы. Бах, бдыщ! Ха! Вы так эффективно появились.
И, наверное, я типа тупо использовала Хопса, чтобы с вами поговорить. О, не волнуйтесь, это не больно. Я так все время делаю. Когда он мне нужен, я делаю ему немного зелья. Хи-хи. А потом было так весело. Помните, когда я украла камень гоблинов? Хи-хи. Их тупой король так разозлился. А когда мой любимый Пупси убежал в шахты, все думали, что он демон. И гонялся за ним. Это было безумие. А мое дерево, которое светится ночью, вы видели? О, знаю, тупым оркам оно не понравилось. Но оно нравится мне. А когда мы с пиратами играли... Ой, и мне очень-то понравилось, когда с моей помощью их корабль вжух и пропали. Но я хотела, чтобы они пришли сюда и поиграли с нами. Мне просто хотелось развлечься. Хотелось вернуться в мою... Вернуть мою Венди. Я думала, мы друзья Шимики. Ой, знаю я, что вы скажете. Ты не очень хорошо с теми людьми обошлась. И все такое. Сама знаю, понятно? И мне жаль. Я больше не буду. Мне просто хотелось подружиться. Мы же друзья, Шимики. А почему я не мог ответить, что да? Но мы друзья. Мы друзья. Алло, как мне ответить ей? Так. Хопс хотел увидеть вас в таверне. Видимо, это... Давай посмотрим, что он скажет. Приветствую. Приятно познакомиться. Добро пожаловать в мое заведение. Меня зовут Хопс. Чем могу помочь? А, ой, извините. Мы знакомы? Последние недели я сам не свой. Воспоминания сильно исказились. Надеюсь, я не слишком много глупостей наболтал. Не, надеюсь, вам тут понравилось, Шимики? И все, ребят, это конец. Если что, в тренировочке, где монетку подбрасываю, где с лука стрелять, там вот такой же значок есть, это пасхалка. Но что говорить, если оценивать игру? В принципе, это кликер. Не будем забывать, что это кликер. Это самый лучший кликер, который я когда-либо видел. Да, у меня было, кажется, игра тоже с кликером что-то связано. Но я не уверен. Это реальный кликер. Ну, как здесь идет прокачка, да? Мы постоянно кликаем, чтобы что-то улучшить. Прокачиваемся, именно вот прокачиваемся, мы долго мучаемся. Честно, классно. Большое разнообразие брони и оружия. Ну, конечно, мы оружие использовали только двуручное. Большое количество врагов, на которые даже есть описание. And thank you for playing my game. И спасибо, что играли в мою игру. Конец. И понимаете, ее даже нельзя использовать как призрак. Я не знаю, где вообще находятся еще призраки. То есть здесь еще есть момент, когда нужно что-то искать. Тут есть сюжет довольно интересный, да? Ну, было ожидаемо, что Хопс это и есть. О, вы здесь? Я знал, что вы по-прежнему друзья. Что мы по-прежнему друзья. Я зачаровал этот корабль, чтобы мы могли вместе играть. Вечно. На этот раз не причиняя никому вреда. Привет, привет! Я даже дам вам красивую ракушку, которую нашла. В смысле? Подождите. Ничего так корчит лицо. В этом нет ничего выдающегося, ясно? Я делаю все так, как положено. И вы тоже. И даже не думайте, что я не подавался. Я просто пытался не покалечить вас. А, вот, что я могу отметить. Тут есть челленджи, да, именно вот прокачка. Есть 5 типов прокачки, где мини-игры. Можно взять сюжет, плюс. Дальше можно заниматься чем угодно. Это само рыболовство. То есть это не тупо закликивание, понимаете? Здесь есть конец. Вот, допустим, есть рыбалки, есть специальные локации. Есть приручение питомцев. Что еще тут есть?
рынок есть, то есть у нас есть магазин, который мы можем использовать, что-то закупаться. Вот наш с вами вот музей, наш грибочек. Что у нас есть? Давайте посмотрим еще. Есть сам по себе какой-то юмор, да? Даже так. То есть у нас все с вами наборы. Это можно даже, знаете, можно даже к отсылке отнести к этому. Дайдрической броне из Скайрима. Ну, конечно, могу ошибаться, но кто знает. Вот этот костюм мне очень почему-то напоминает из... Хоунер. Ну, короче, Хоунер, там что-то 4000, я не знаю, просто я не играл ни разу в эту игру. Просто на языке я знаю, вот. Ну как, крутится название. Что можно дальше отметить? Есть, ну, челлендж я говорил. О, рыбалка. Победи короля гоблинов. Рыба-новичок. Я не знаю, где еще призраки. Вот наш кроны. Карта на 100% выполнена. Музей у нас не заполнен. Играю я уже 12 часов, как вы видите. Дом у нас апгрейшн, тренировочный лагерь. А, ранг тренировки. Вот все, я думаю, в смысле. Прогресс игры 71%. Наемники у меня не апгрейджены. У них тоже есть предыстория. То есть они не будут как к нам лучше относиться, понимаете? Ой, подождите. Давайте я в музей тогда посмотрю... Кого я тут новенького встретил? Так, Комарита. В попытке стать еще более раздражающим, эти кроты... Почему кроты? Почему тут написано кроты? Эти кроты научились отравлять своих жертв. Это комар. Странно. Темный крот. Ночью не хочется встретить даже с кротом. Снуфи. Они научились призывать молнии, чтобы выжить в этом трудном климате. Верховный жрец ордена. Святой орден святых людей всегда готовы идти. Так это было. Это все было. Голем. 99 камня, 1% травы. Так, обучение в академии считает себя лучше остальных. Они невероятно степени надменные. Архиепископы. Багряный послушник. Пираты. Тихий страж. Неподкупный древний орден рыцарей, поклонявшийся защищать мир от нападок колдунов. Бибу. Легендарный герой, показавший всему миру, что имя не самое главное. Вот мясник Дэйв самый, наверное, странный, да, у нас? То есть про него вообще никакой информации. Просто ничего. Элайн. Гениальный и амбициозный колдун, приплывший сюда с континента в поисках источника загадочного колдовства, исходящегося из Неверселла. Сэр Марионет. Неповторимое творение колдовства, покинутое своей хозяйкой. Марионет вышел в этом жестоком мире и стал таким, как он есть сейчас. Сов. Первородное потерянное дитя, обладающее невероятной силой. Она играет с Неверсеном и его жителями в попытке спастись от вечной скуки. Слушайте, у нас еще есть здесь сколько мест получается? Еще 8 каких-то врагов. Но какие-то враги. Типа, я думаю, может они связаны с рыбой, но нет. Типа, аквариум это просто аквариум. Так, слушайте, а тут точно никого нету? Ладно, походу нету. Ну что, в принципе, мы можем отправиться. Корабль воображения. Стадия первая. Бесконечный... А что это значит? Давайте попробую, я просто попробую.
Пока что легко. Типа, знаете, 8 врагов на самом деле. Может быть, то, что будут секретные какие-то враги. Молния тоже нанеслась. Ну и прокачан, поэтому я не думаю, что у меня будут какие-то сложности здесь. Хотя тут могут дать скелетных врагов с очень много хпшкой. Типа, для чего мне тогда деньги? Тоже типа странно. Плевать. Вернулся. В смысле ты его не... А, добили. От молнии так не укрыться. Контратака. Контратака. Мне вот интересно, здесь вот еще видите что-то есть? Походу это ракушка, я получу потом еще что-то. Потом, наверное, бронза-бронза, потом золотая-золотая, алмазная-алмазная. Ну как везде. Ну, король пеньков, это простой враг. Ну, у меня опять, у меня до хера урона на самом деле. Поэтому меня навряд ли смогут пробить. Какой-то промежуток времени. Ну и вот последний у нас остался. И я заканчиваю серию. Ну, я думаю, даже так сделаю. О, здесь лучше использовать. Блин, усиленную дали. Пенек, давай дорабатывай. Надо его убивать, потому что это взрывная херовина.
А от суицидников я уворачиваться не могу. Ай, больно. Как же больно, как же больно. Меня убили, почти что. Но меня не убьют. У меня очень много хпшки. Дерево убил, говнюк. Ну что, ребят, в принципе, мы с вами на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И если я не ошибаюсь, опыт плюс. Да, теперь ракушки. И ракушки будут просто улучшаться. Походу мне дали нового противника, нет? Скелета колдуна. Нет. Ну ладно, тогда на этом закончим. Поэтому всем пока.